главное предложение только сегодняшнего дня от бренда Pre-Woman – это пальто Агнесса. Именно это пальто заканчивается еще до прямого эфира, потому что его обожают наши телезрительницы. И именно потому, что сегодня без презентации более 100 пальто Агнесса было оформлено. Ну и, собственно, это наш бестселлер, поэтому мы рекомендуем сегодня в тотальную ликвидацию, когда особенно снижена цена на 45%. Микола Комендров, наш любимый главный эксперт рубрики «Мода», представляет эту коллекцию. Скажи, бренд Pre-Woman, пальто Агнес, в чем популярность? Популярность, безусловно, в том, что оно сезонное предложение, и то, что сейчас можно с выгодой забрать зимнюю одежду, осенне-зимнюю одежду по таким ценам. Вы получаете красивое элегантное пальто средней длины чуть больше 1 метра, что дает возможность соединить его с любыми, как с брюками, с платьями и юбками. То есть он безопасен по эстетике. Ваша выгода в том, что данное пальто не выйдет из моды, потому что оно вне времени. Это классическая силуэт, мелкая горизонтальная стежка, безусловно, без каких-либо лишних деталей и очень практичными вариациями. Капюшон у нас с вами. Красивый, элегантный, ненавязчивый подклад. Стоит пальто на молнии, наглухо и герметично закрывающий вас. И, безусловно, функциональные глубокие карманы. Идеально, и его вообще легкость за счет евросиндикона. Ой, да еще и какие цвета. Смотрите, вот какая палитра. Давайте знакомиться уже. Первый — горчица, да? Да. Он очень пользуется популярностью. Горчичный оттенок, такой как янтарный золото цвет, да, желтый цвет. Также шикарный. Можно выбрать для себя оттенок хаки. Красивый такой, знаете, успокаивающий цвет. Подклад тоже окрашен в этот же цвет. Василек. Один из самых, наверное, популярных был, когда был представлен именно главным предложением дня. Синий цвет для консерваторов, для тех, кто выбирает только классику. Яркий красный оттенок, тоже не стоит бояться. Почему бы не предложить себе именно красное пальто. Баклажановый цвет, такой, знаете, глубоко-фиолетовый. И завершает и вот эту палитру бордовый цвет. Вот смотрите, я для себя выбрала 48-50, да, то есть пальто Агнесса от бренда Pre-Woman. Идеально сидит, мне нравится, что есть у нас, опять же, да, вот такой пояс. Его можно надеть, его можно снять, так то тогда оно будет намного свободнее. Здесь вы выбираете. Но самое главное знать, что только сегодня, в день ликвидации, 2499 рублей. Я улыбаюсь, потому что я обожаю со скидками приобретать сезонные вещи, особенно верхние одежды. Микола, как выбираем размер от 48 до 66? Выбирайте четко размер в размер, несмотря на то, что наша УТК подтверждает, что пальто больше мерит на один размер, я бы все равно бы стремился бы взять от 48 по 66 размер в размер. Для чего вот это слегка большемерие нужно? Для того, чтобы вы могли в зимний период пододевать еще и более теплые вещи, кардиганы, жакеты, а может быть и то, и другое, одновременно, чтобы усилить температуру. Стартовая температура минус 5, минус 10. Пусть она будет у вас за счет того, что он свободней вашей фигуры, даст возможности, пододев теплые вещи, дотянуть до минус 20. С удовольствием. Ну и, безусловно, конечно же, женщина часто меняет фигуру. Она то поправляется, то худеет. Лучше будет припуск в вашем пуховике, нежели если вы поправились, его нельзя надеть, потому что он стал мал. Конечно, и посмотри, какая длина отличная. То есть я сочетаю, допустим, с платьем. О, у нас сегодня есть также это предложение. Кожаное платье вы можете сочетать с брюками, с любыми вещами из нашего прямого эфира. Самое главное — успеть для себя и выбрать сегодня в тотальной ликвидации. Знаешь, у меня только один вопрос. Вот сейчас актуальность такого удлиненного пальто, потому как сейчас у нас много очень разных предложений, да, есть более короткие, есть вот такой вариант пальто, удлиненное, стеганое. Именно такая горизонтальная стежка. Да, и безумно легкая. Расскажи, безумно легкая, правда. Да, давайте посмотрим с вами, как его можно соединить в разных стилистиках. Вы видите и casual образ, и нежным платьем. Можно для взрослых дам выбрать. Можно классический такой, знаете, среднестатистический образ с юбкой-карандаш. Безусловно, для молодого поколения. Поэтому у нас с вами еще и расширяются границы по возрасту. Вы можете его выбрать для себя, для своей мамы, для бабушки. Безусловно, даже для дочери. Оно легкое. Стильно. Сильная, вне времени, которая практичная. И, безусловно, кстати, при желании, за счет его легкости, застегнув его, вы можете его даже укоротить. Ой, как мне нравится. Да вы что, правда? Мне говорит продюсер наш, говорит: Лена, на всех не хватит, очень много звонков, у нас открываются дополнительные линии, потому что у нас, да, тотальная ликвидация, даже не распродажа.
целый день сегодня на пике популярности и активности именно для вас. И главное, наш любимый, самый эпатажный, самый-самый Виколка Медро, посмотрите, что он творит. Он создал сейчас бомбер для себя уже. Да, потому что мы можем его с вами укоротить, подвернув. То есть какой пуховик вы подвернете, и он не сделает вам объема. То есть очень удобно, да, комфортно. Так. При этом показываю на себе, потому что рост 1,85 м. Опять же, смотрите, вот на мне сейчас 56, вы видите, да, что он большой. То есть он соответствует, так. У меня плечи 52. Он очень свободный, вот я не знаю, но он просто не чувствуется. Оно идеально. Он легкий. Ты мне скажи, а кстати, свободный? Но вот так вот трогаешь, когда его, да? Да. То есть объем ты чувствуешь, даже Дашенька. Ну, он, знаете, как пастила. Пастила легкая, но при этом достаточно увесистая. То есть у нас же внутри есть что-то, да, какой-то утеплитель, я понимаю. Безусловно, там используется евросиндипон. Он отличается от обычного синдипона тем, что имеет именно поверхность такой, знаете, кусковой. То есть из него сначала тоже кроют конструкцию, потом закрывают тафеты и делают стежку. Отлично. Кстати, бренд Pretty Woman также стегивал именно изделия самостоятельно. То есть это не купленное стеганое полотно, а это стежка фабрикой бренда Pretty Woman. Отлично. Причем, знаете, что я сделала? Я вот так вот сейчас специально, да? Специально. Видите, что я? Я заматываю буквально, вот пытаюсь как-то сломать молнию. Если у вас есть опасения, наверняка они есть, то посмотрите, нет ни одного залома. Она, правда, я ее несколько раз попробовала, она, правда, очень качественная. Да. Микол, ты за, чтобы сегодня бренд Pretty Woman приобретали? Безусловно, конечно же, это хорошая ваша инвестиция. В принципе, даже в некоторых регионах и сейчас можно его носить. Многие прям даже пальто в Москве сейчас еще не сняли, поэтому можно продолжать его еще носить. Итак, 7 цветов, торопите: хаки, горчица, баклажан, красный, бордо, синий цвет, мой Василек. Выбор. Еще раз, буквально два слова. Как мы выбираем размер? Выбирайте размер в размер. Он слегка больше мерит, поэтому у вас есть возможность под это пальто пододевать еще теплые вещи. Уникальная цена сегодня один день. 45% ликвидация.